Все, собралась на море. Хотела уборку за час сделать, нифига не получилось, конечно же. Время 2:30. С собой огромный пакет мусора на помойку. Там что-то траву косят, наверное. Все, гоним. В общем, включила кондер. Дышать просто нечем в машине. У меня такая вот беда. От жары отвалился вот этот вот держатель телефона. Представляете? Растаяла эта фигня на ней вот так вот. И что сейчас делать? Как это делать? В общем, она такая липкая. Даже на стекле осталось. Не знаю, как я это буду оттирать. Там вот траву косят во всю матушку. В такую жару. Включила кондер. Спасибо, Вовка, спасибо тебе. Если бы не ты, я бы, наверное, сейчас уже... Я бы, наверное, погибла в этой жаре. О, прям так классно, я на себя направлю. В общем, надо периодически спускаться в машину, охлаждаться. Сейчас попробую прицепить, но не факт. Она просто скатывается, вон видите, что? Растаяла вся эта фигня. Вот такой же, Анна, я тебе хотела показать держатель для телефона, но... Оно не держится, ничего. В общем, ладно, надо что-то думать. Все, гоним на море, черт с ней, с этой фигней. Все, приехали. Все, дед, приехали. В общем, еду, всю башку сломала. Что мне делать с этой штукой? Может, кто-то подскажет? Может, здесь, типа как, ну вот ее дорого покупать, она стоит 700 рублей или 800, блин. Думала мне на всю оставшуюся, это все целое. Каким-нибудь растворителем на двухсторонний скотч, интересно, будет держаться. В общем, расстроилась, конечно, немножко, дорогу вам не показать, не поснимать, пока едешь, и не поболтать с вами. Еще вот эту фигню со стекла надо как-то... оттирать, вот она прям как подтеки. В общем, надо что-то думать. У кого-то мальчики, кто меня смотрит, а может и девочки знают, как это можно, что с ней сделать. Фона селепка. Это... Я сняла салфеткой с нее всю вот эту гадость. Ну что, а мы все, приехали, идем на море. Так, Аленка сказала, где-то возле горки. Ребята, дышать нечем. И народу в это время, кстати, 2:30 поменьше. Все, наверное, где мы сейчас будем ее искать? Все как сельди в бочке там чалятся в море. Где она? Где? Ближе к горке. Ищем. Я ее лично не вижу. Вы видите ее? На шезлонгах, тем более. Вообще пустые шезлонги. О, я вижу ее косынку.
Вижу ее полотенце, а ее не вижу. О, как-то народу поменьше. Лена. Походу, вон она, в море. А вот и мы. Вот такая обстановка на море. Мы сегодня выходные. Как-то народу поменьше. И... Подожди, до обед. До обед я говорю, что сейчас хорошо, что обед. 4 часа все будет. Все вернутся. Все пошли кушать, отдыхать. А я пошла купаться. Тебе заснять? Да. Ну, вот она моя. Андатра пошла купаться. Андатра? Андатра. Русалка, как тебя назвать? Там 4 человека есть. Камера. Где? Вон. Сосед. А! Она пытается занырнуть у меня. Ты только вернись, Снежок! Вернись! Я все прощу! Синхронная! Вообще классная. Там прям как в этой кишит. Муравейник, да. Мне вчера написали в комментарии муравейник. Там пакет плавал. Ой. Ну, немножечко муравейник рассеялся до 4 вечера. А в 4 часа мест просто не будет. Комментирую за Снежану, которая у нас в заплыве. Возвращается. Ихтиандр возвращается. Да невозможно купаться. Слушай, они с меня. Я сваливаются, да? Мало того, что они развалились, они еще сваливаются. Знаешь, как морюшка. Обалденная. Супер, ребята. И знаете, что хочу сказать? Вот в Анапе, допустим, медузы там, водоросли вот эти зеленые. Здесь нету ничего. У нас никогда, ну вот сколько я, по крайней мере, здесь живу, ни разу не было никаких водорослей. И так во время шторма немножко прибирают там палочки вот эти какие-то, копалочки. Ну а то, что мусор... Бревнышки бывают, приплывают. Ну, бревнышки. А то, что мусор, это сами на себя грешите. Скидываете, те, кто, да? Те, кто бросает мусор в море, и потом море вам его обратно... Выдает, собственно. Возвращает. Да, возвращает. Так что вот. А мы сейчас часик-полтора и к маме, а потом сегодня в автопати какой-то. Пойдем посмотрим, что это такое. Там полседьмого, да, по-моему? Полседьмого, да, начало. Вот надо приходить в это время. Пока нет народа. Да, пока не так, потому что поплавать можно. Посмотри, вон там свободная дорожка. Да. А скоро все будет кишить и кишить и кишить и кишить. Натуральные... И еще я хочу обратиться к Наталье Нужиной. Мы ждем тебя. Мы не едем кататься на катамаране, потому что... Мы тебя ждем с мая месяца. Да, с мая месяца она нам говорит. Через 2 недели, через 2 недели сегодня. А сегодня уже какой-то август, 13-12. Какое сегодня число? 14 август. И до сих пор она скажет, через неделю опять-таки. Вот, мы не едем из-за тебя не кататься ни на кораблике, ни на катамаране. Мы ждем тебя. Вот у меня приедет Танюшка из Москвы, я с ней уплыву на катамаране. А у меня Олечка в среду прилетит, я с ней уплыву на катамаране. Не будем тебя ждать, если ты послезавтра не прилетишь. Ну, в общем, покупала вот такие новые, вот одела сегодня, вот этот вот у меня скользит, тут дермантин, во. Видите, Алена мне быстренько их отремонтировала, сказала, там лучше. Показывай. О. Когда будет обращаться по ремонту. Ну-ка, все. Это получше? Да, лучше, конечно. Она будет так не скользить. А там получается, я иду, нога вспотела, и по этому дермантину нога скользит. В общем, Алена. Пользуйтесь. Сделала мне ремонт второй тапки. Ремонт. Оставь.
Ремки оторвали, чтобы удобнее было носить. Да. Все, Надя, ваши ремки. Я недолго думаю. Я говорю, я так скользю в них. Она говорит, сейчас отремонтируем. А. Ломать душа не болит. Ломать не строить. Как хорошо. Когда это вообще мою пышкалку? Пышкалку вот эту? Да. Сейчас тоже выдвину шезлонг немножко на солнышко. Ого. Мне, конечно, в такую жару надо сидеть под вот как люди рискуют, просто лежат на солнце. Не-не-не, вот я выставлю ноги и все. В общем, находиться на суше, это просто нереально. Какой загар. Кстати, я вам говорила, что парашют хотят 4000 с человека. О, блин. В общем, я пошла полежу в море и вас выберу. Алена там уже настроила свое видео. Меня снимает, нет? Я в кадре? А я не вижу нифига, да, в кадре? А? Вроде как в кадре. Я ее зарыла. Ой, я бы не сдула ее, не смыла. Вода. Да, просто как парное масло. Так много удобно. Господи, сейчас меня снесет вместе с телефоном. Как захлестнет. Она вон как поставила телефон. Озвучку будет производить вот этот блогер. Твою дивизию. Так надо. Все дельфины. Я ползу выше. Все дельфины в ураган, в ураган. Уплывают в океан, в океан. Лишь один из них остался. Ла-ла-ла. Лишь один в беду попал. Приезжайте. Приезжайте на море обязательно. Выкраивайте. Ну хотя бы каждый. Не каждый год, а хотя бы. Да мы пересекаемся. Короче, я села вот так, потому что камни набились везде. Вот так они вот вдвоем, две маленькие, подни. Где? Мами. Мами, где наш? Как дети быстро загорают, они все время в воде. Вот здесь Аленка на попе спускается в море. Что я хочу сказать? Конечно, надо выкраивать время, надо выкраивать деньги, чтобы съездить на море. Море – это здоровье, море – это солнце, море – это йод. Ну и в конце концов отдых. Так что приезжайте к нам в Новомихайловскую, а мы сейчас с вами еще немножко позагораем и сходим в гостиницу на Первой Береговой, снимем для тех, кто хочет именно жить в гостиницах, прям вот в 20-шаговой, скажем так, гостиницы для пляжа. Пока Аленка загорает, я быстренько вам покажу гостиницы на Первой Береговой. Это вот, конечно, рекомендую вам «Жемчужину моря». Здесь есть номера и на первом этаже,
и бассейн, и кафе, и до моря, вот буквально. Вот, вот вы выходите, вот одна минута, можно сказать. Остальные все гостиницы, первые этажи, заняты кафешками, ресторанами, барами. И поэтому номера там в основном начинаются, конечно же, со второго номера. И вход у них, конечно, у всех с той стороны. Вот не с первой линии моря, а со второй. Так что думайте сами, решайте сами. Конечно, в жемчужине у моря это будет стоить номер чуть подороже. Вы можете его найти на сайте, этот, эту гостиницу. Вот видите, гостиница «Алые паруса». Но это все надо подниматься вот по ступенькам вверх. Ну а если ребенок, как бы вы говорите, не может этого делать, то, конечно, сложновато будет. И я так думаю, что из всех гостиниц, которых рядом на море, вот прямо выходят на море, все-таки гостиница «Жемчужина моря» – это для вас самый лучший вариант. Так что думайте сами, решайте сами. Но вы просили меня показать именно вот гостиница, вот выход на море. Так что время доходит 5 часов. Нет, 4. 5 час. Мы сейчас идем в столовую кушать к маме и на автопати. Море я искупалась 4 раза. На сегодня достаточно. Завтра еще целый день. Всех вас очень люблю. Приезжайте к нам отдыхать. Пока-пока.